Братц, это снова. Снова я Ребекка фанаткой Спрята по планетам и команды Умизуми. И сегодня я буду делать на реакцию на срете по названию Токарь 15. А я думал. Хотя. А я думал. О, не живу! Ой. Итак, мы делаем G7. Так ты чем? Кто смотрел мой ролик, кстати, прям сейчас ты интересно на подсказочку. Да. Кто смотрел мой вчерашний ролик? Вчерашний. Сейчас отшпуну. Вот, видите? Ой, видите? Так, извините, я тут кое-что перед съемками забыл, зря-то кое-что сделать. Сейчас, Так, смотрите, сейчас покажу. Вот, видите, недавно, вот я как видите, сейчас, секунду. Вот, ребят, смотрите. Видите? У меня вот недавно... Ну, я думаю, вы понимаете. Итак, видите? На камера. У меня недавно вышел ролик, который называется... Построил чил-зону в Майнкрафте. Вот. Зачем ты показываешь твое лицо? И там я сказал, кстати, сейчас... Я выложил его один день назад. На главный момент сейчас, ребята, 3 просмотра там. Вот. То есть вперед забрал, ну вот написано циферка 3. Вот, цифра 3 просмотра. Вот. Ну, вот, короче. И там, короче, я сказал, то, что я сегодня, блядь, специально завтра положил ролик. Ну, как видите, я сегодня выкладываю его. Так, выберу на паузу. Так. Так, что это у меня? Критикую. Так вот, сейчас. Вот оно! Вот где красота! Красота только зеркало и подписчиков трезни. Я потом перемотаю, где это все было. А ну выхнет. Ну, в принципе, все, нашелся. Хуто гряди! Зачем? Возвращаемся к ролику. Объясняю правила. Кто в первом канале, подпишись, поставьте лайк. А я знаю, ребят, правила. Если я смеюсь 3 раза, то я, ребята, проиграл. Если я до конца этого ролика, если это осталось 5 минут, ну, до конца этого сборника, если я, ребята, если я не засмеюсь, то я, ребят, выиграл. Если снял лайкосик. Если, ну и подписчиков. А если нет, то... Если я засмеял 3 раза, я проиграл. Сейчас я ставлю циферки. О. Так. One second. Раз, два. Дарит. Ну, короче, вот. Как-то так. Ладно. Ладно, все. Поехали. Приятного просмотра. Окей. Вот, смотрите ролик до конца. Опять эти неподъятные, молодежные шутки. Ну что ж, я буду дальше сажать цвету. Ладно, хоть парни Саша не будешь. Очки. Цветы, это банально и скучно. Вот же айфони Мерседес. Я прав, я это докажу. Самооценка. Стонгс. Срач в беседах, начинайся с этого. Соколоть розу решил. Ну
со стулкой в туалетке гигантов. А почему бабульки не сидят во дворе? Все ты из кабинета биологии! Ну, как? Попой об косяк! Не нравится! Критикуешь, предлагай! Вот где красота! Красота у той козерка и у подписчика треснет! И у меня! Вот оно, дизайнерское решение! Я художник, я так вижу. Лицо Гены как отдельный вид искусства. Я это так не оставлю. Гена, где твой ум? Раздень ему нужен цвет. Ракета потерпела окружение. Тот самый спортсмен на физре. И лететь по белому свету. Это не его рабочая сторона. Нифига бумагу можно стали делать. Так. Я думала, за часы, ладно. Нифига бумагу можно с вами делать. Ладно, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Заставьте лайки, подписаться на канал. Всем прощаюсь, с вами я, Женя. Здесь всем начали. Всем спасибо. Всем пока, ребята. Всем пока, всем пока, всем пока. Следующая серия, если что, скорее всего, выйдет на следующей неделе. Всем пока. Итак, вот это реакция. Поставьте лайк, подпишись, чтобы реакция пропадет. Пока-пока, мои фанаты.